конца стрима, ребята, осталось 20 минут. Все. Закончили. Ты что, помидорку? Нифига себе у нас. В ассортименте пополнилось. Мы теперь не яблоки едим, мы помидоры хаваем. Раньше морковки были. Раньше морковки. Мы еще никогда этого не делали на стриме. Но чтобы, черт возьми, это получилось случайно. Вы ничего не видели. 18+. Уберите детей от экрана. Ну, просто супер милашки, как мило. А, черт возьми! А, как такое произошло? Я думал, это будет на какой-то особый. Ну, хотя, блин, и так классно, что. Я хотел тебя в щечку поцеловать. Что ты повернулся вообще? Я хотел тебя в щечку поцеловать. Мы слишком синхронны с собой. Вот знаете, ребят, серьезно, у нас настолько все синхронно, мы даже в камень, ножницы, бумага не можем нормально играть. Стоп, я пропустил поцелуй. Нет! Реалист, как ты? Я отказываюсь это повторять. Все. Это было случайно. Вот прикинь, просто реально, мы, когда же мы говорим, типа, когда у нас будет 1000 зрителей одновременно, мы поцелуемся во время стрима. Это вот давно, я уже даже не поднимали этот вопрос, это, в принципе, как-то далеко до этого. Вот. Но это было такое условие, да. И тут, понимаешь, случайно получилось. Алена хотела поцеловать меня еще в щечку. Я просто повернулся, тоже, блядь, хотела поцеловать в щечку. И опка, что-то как-то вот... Как в фильмах, знаете? Как в фильмах вообще, вот реально, я аж офигел. Случайности не случайны, ребята. Заряжаем ваши банки, которые поставили перед мониторами. И печеньки, и тортики. Удачи! Ууу!